Началось совещание с минуты молчания. Присутствовавшие почтили память погибших в Кемерове. Участие в совещании приняли сотрудники районной администрации, Главного управления МЧС России по Московской области, МВД России, Щелковской и городской прокуратуры. Вне зависимости от состояния ваших финансовых возможностей и внутренней готовности к этим работам, мы должны сделать короткий срок. Соответственно, здесь высокая комиссия будет работать и проверять. Нам бы хотелось, чтобы правильные выводы сделали из того, что произошло, и не только вот для какой-то краткосрочной перспективы, но и долгосрочно, чтобы у всех было понимание. Жизнь человека самая дорогая, что есть на свете, и надо ее беречь всем, в том числе и предпринимателям любого уровня. Всего на территории района расположено порядка 35 торговых объектов, в том числе 7 крупных центров с площадью более 3000 квадратных метров. Профилактические учения и проверки на объектах уже стартовали. В ежедневном режиме совместно с отделом надзорной деятельности проводятся проверки этих объектов. Было проверено на вчерашний день 3 крупных объекта, как было сказано. Все замечания директора предприятий торговых уже знают и будут в кратчайшие сроки устранять. В рамках осуществляемой проверки были проинспектированы эвакуационные выходы из здания и также проведена учебная тревога с нажатием сигнальной кнопки. Особое внимание в рамках проверок планируют уделить работе систем противопожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности объектов. Будут проводиться дополнительные инструктажи персонала, в первую очередь сотрудников ЧОПов. Хочу напомнить основные моменты, да, на которые все-таки стоит обратить внимание. Это прежде всего состояние систем противопожарной защиты, автоматической пожарной сигнализации, оповещения, системы пожаротушения на тех объектах, в которых она имеется. Прошу провести дополнительные внеплановые проверки, привлечь все организации, которые их обслуживают, чтобы они провели эти проверки и исправность систем. Я хотел бы еще раз остановиться на том, что все эти мероприятия будут и уже происходят в полном соответствии с действующим законодательством. Все должны на своих объектах навести порядок. По пожарному отношению, по террористическому отношению, в чистоте, в порядке, все запасные выходы очистить от хлама, мусора. То есть целый ряд моментов, которые позволят избежать этой опасности и трагедии у нас на территории Щелковского района.